А вы уже заметили, что осень в этом году не хочет уступать в яркости лету? С вами афиша от блокнота. В кино вас ожидает драма «Щегол», основанная на романе Донны Тартт, удостоенного Пулитцеровской премии. Далее отечественная премьера «Сорокин Крип» – документальный фильм о художнике, драматурге и писателе Владимире Сорокине. 14 сентября Волгоград-Арена ждет футбольных болельщиков на матч «Ротор-Факел» – начало 18:00. В воскресенье в 17:00 в парке «Волжский» пройдет яркое и красочное мероприятие – Всероссийский парад красок. Будет весело, ярко и незабываемо. Приходите. А какое событие из перечисленных вы посетите первым? Пишите ответы в комментариях. Хорошего вам дня!